знаешь, это как раз та погода, которая больше всего мне подходит. Не слишком холодно и не слишком жарко, поэтому мне очень нравится. Сейчас я немножко устал, но завтра я хорошо высплюсь, и мое состояние будет очень хорошим. В этой группе, в принципе, во всем турнире спортсмены выглядят очень серьезными, поэтому не будет точно легко, но я постараюсь показать лучший результат. На самом деле я тоже часто смотрю игры других игроков, потому что мне есть чему у них поучиться, да и в целом мне нравится наблюдать за тем, как играют другие игроки. Конкретно назову, но в основном это китайские и корейские спортсмены. Да, несколько раз такое было. Не называя каких-то конкретных турниров, это в основном были международные турниры, которые запомнились, либо те турниры, в которых я успешно выступал. Если бы я услышал это от кого-то, я бы, скорее всего, не поверил и сказал, что этого не может быть. Я не могу столько играть в одну игру.